Здравствуйте! Мы студентки второго курса кафедры библиотековедения и теории чтения библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры. В этом видео мы хотим подробнее рассказать вам о нашей кафедре, ее специфике, истории и о многом другом. Кафедра библиотековедения и теории чтения – ровесница Института культуры. Она существует с 1918 года. В этом году в Петроградском институте внешкольного образования была создана книжно-библиотечная группа. Кафедра не один раз реорганизовывалась и переименовывалась, но в итоге в 2004 году она получила то название, которое имеет сейчас – библиотековедение и теории чтения. Возглавляет кафедру Колесникова Марина Николаевна, доктор педагогических наук. Миссия кафедры – это подготовка профессионально активных и мотивированных специалистов, которые способны эффективно, творчески и оперативно осуществлять любой вид деятельности в библиотечно-информационной отрасли. Наша кафедра выпускает студентов по направлению менеджмента библиотечной информационной деятельности и технологии чтения. Профильно все комплексный характер и основной его задачей является подготовка специалистов в области стратегического и оперативного управления учреждениями культуры. Помимо управленческих компетенций, студенты получают знания о технологии чтения, досуга и общения для работы в самых разных культурных организациях. Все это создает широкие возможности дальнейшего трудоустройства. На кафедре библиотековедения и теории чтения, благодаря комплексному характеру профиля подготовки, преподается большое количество разноплановых дисциплин. Так, уже в первом семестре второго курса студенты имеют возможность познакомиться с социологией и психологией чтения, проектной деятельностью библиотек, а также безопасностью информационной среды детей и юношества. Обучающиеся по нашему профилю доступно обучение по таким дисциплинам, как стратегическое управление в библиотечно-информационной сфере, управление персоналом, библиотечная журналистика, краеведческая деятельность библиотек, PR, реклама и брендинг библиотеки, социология и психология чтения, читалевидение, архитектура и дизайн библиотеки, а также безопасность информационной среды детей и юношества. Помимо учебной деятельности на кафедре библиотековедения и теории чтения активно развивается научная составляющая подготовки будущих специалистов. Одна из возможностей сделать первые шаги в науку – это принять участие в ежегодной рождественской конференции, выступив собственным докладом. Начиная с первого курса, студенты проходят практику в библиотеках города, где знакомятся со спецификой работы в учреждениях культуры. Им предоставляется возможность набраться опыта, взглянуть на свою будущую профессию изнутри, реализовать свои творческие способности и знания, полученные в ходе обучения, на практике. Мы очень надеемся, что дали вам обширную картину происходящего на кафедре библиотековедения и теории чтения библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры.